Доброго здоровья, мои уважаемые посетители канала. Я выставил платные подписки спонсорской. Это 10 видосов о том, как мы с Эдуардом занимались зрябком, который проявился после чистки печени. Вот знаете, кожа была нормальна, а потом такая чистку печени вторую он сделал. Но там я все подробно изложил. И он как проявился, такое впечатление, как будто стопы ног, особенно пальцы, ну, знаете, вот, раздробило, чем-то раздробило, и так они и остались. И вот, чтобы о чем-то судить, то надо бы с самого начала, кто хочет именно разобраться, с самого начала спонсорской подписки, вот эти все 10 видео просмотреть, тогда будет кто-то так более-менее там понятно. Я же для общего сведения просто-напросто изложил по минуте из каждого видео. Люди, конечно, просмотрели, и вот трудно мне, как бы сказать, найти некоторую, как бы сказать, общую точку, чтобы правильно выложить, но я так стараюсь это сделать, не по листку бумаги, а вот так вот с вами беседую на живую. Вот знаете, многие вещи есть, которые кажутся, что их надо делать вот так вот, вот так вот, вот так вот, и они действительно там поддаются, вроде их нету. Я лично вот со своего опыта, хотите вы мне верите, хотите вы мне верите, но я стараюсь в своих видосах все это обосновывать. Вот современная медицина, то, что сделала со мной по моей глупости, по моей неразумности ранее, и от которой я теперь вот всеми руками и ногами отталкиваюсь, это то, что она не лечила, а, как я заговорил, загоняла болезнь все глубже и глубже в организм. Но все это привело лишь к тому, что простые какие-то недомогания, благодаря такому вот лечению, загнанию ее вглубь, привели к тому, что просто вызвали массу ненужных осложнений и усугублений. И вот, теперь я перешел непосредственно к теме. На видео об Эдуарде Ваня Панюк написал следующее. Если предположить, что это был грибок, вот он предполагает, то, первое, он поселяется внутри организма, этот вид гриба находится только на поверхности, поражает кожу, ногти, волосы, внутри организма он не попадает. Бывают редкие случаи нахождения этого грибка, который поражает и кожу в организме, но когда у человека это СПИД или какие-то серьезные изнуряющие заболевания, при которых иммунитет сильнейшим образом просажен. Не заметить такое тяжелое состояние невозможно, и парень Эдуард явно не тот случай. Это к тому, что некий грибок изнутри Эдуарда не попер. Это глупости несусветные. Иногда, знаете, вот действительно это все кажется каким-то глупым, когда оно не у вас. Второе. Если это действительно грибок в плане наружного проявления, стопы, кисти и так далее, а к тому же это больше молочница, которая на языке, вот это вот все, мы язык зачем показывали, помимо того, что грибок там умудрился войти снаружи внутрь, со стоп попал внутрь организма, имеется молочница, и если при этом не поражены ногти, поражена только кожа, то он вылечится вообще без проблем копеечными противогрибковыми кремами, мазями. Мази перечисляются. Сначала делается ножная ванночка с мылом, потом удаляется вся лишняя кожа и волдыри. Если потом пораженные места смазываются противогрибковым кремом или мазью до момента исчезновения симптомов, до момента, подчеркиваю, до момента исчезновения симптомов. Плюс недельку, все, симптомы исчезли и так далее. То есть, как я вам говорю, симптомы исчезли, грибок ушел внутрь. Я же до этого то внимательно, серьезно относится к моим видосам, читает все. Я рассказывал и о том, что у женщины был лишай. И вот этот лишай полечили в детстве, он еще был. И все, якобы он исчез. А потом, оказывается,
он исчез, а он вылез через все тело. Все. Зачем было заниматься несколько месяцев такими мазохизмами, если можно было за 2-3 недели забыть о проблеме вообще? Ваня Панюк, я вас здесь понимаю, потому что вы не смотрели видео, все видео. Вот потратьте 50 вот этих вот несчастных рублей для того, чтобы войти и вот эти все видео просмотреть. Дело в том, что когда все это началось, за 2-3 недели ничего там не прошло. Не прошло, вот как оно там было и тлело. Плюс еще другие заболевания навернулись. Ну ладно. И вот я в связи с этим переслал это письмо Эдуарду с просьбой его прокомментировать. И вот что он пишет. Значит, доброго здоровья. Я спросил его, как себя чувствуете? Чувствую себя хорошо. По комментарию. В настоящее время на такие комментарии реагирую лишь легкой ироничной улыбкой. Видно, что человек не в теме, как, собственно, и большинство людей нашей планеты Земля. Именно для таких вот Вань, я дал Геннадию Петровичу свое согласие на публикацию фото, видео, а также записи из дневника, чтобы они спустились на землю и не летали в облаках с розовыми очками на глазах, а смотрели реально на происходящие вещи. Первое. С чего товарищ взял, что грибок находится только на поверхности, а внутри ну никак? Мне лично непонятно, кто же ему помешает, иммунитет? Да он внедрится и подстроится под окружающую обстановку. Будьте уверены, он тоже жить хочет. Пусть Иван задаст себе вопрос и подумает, откуда у нас столько людей гибнет от онкологии, причем молодых. Что-то иммунитет не справляется. Но это еще вершина айсберга. Тема очень обширна. Как мне выворачивало ноги от колен до пальцев ног, не спал несколько ночей от боли. Я хорошо помню. Сильнейшие тяжи мицелий и грибница. А вы говорите, не может быть. Позиция – это глупости несусветные, неконструктивно. А если глупости сусветные, надо же думать, наблюдать, размышлять и делать выводы. Как-то так. А говорить нет, этого не может быть, по меньшей мере, глупо. Ну да ладно. Второе. Неужели наш собеседник думает, что я не применял всего того, что он тут указал, и к врачам обращался, и чем только не мазал? В лучшем случае проходило и возвращалось вновь. Поначалу он меня сильно и часто донимал. Водянистые прыщики сильно зудили и чесались, потом реже, в основном осенью и весной, и как-то особо уже не беспокоил. То ли я привык, как и многие люди. Оглянитесь, по меньшей мере, каждый второй с грибком. Если бы было все просто. Лично я считаю большой удачей и подарком судьбы то, что мне удалось грибок сдвинуть с места. Поверьте, это не так уж просто. У меня был выбор, пойти в больницу или попытаться избавиться от грибка альтернативным способом Геннадия Петровича. В больнице, скорее всего, мне бы назначили антибиотики и все. Нет проблем, но грибок бы никуда не делся, а просто спрятался, закапсулировался и прочее. Мне же предоставился уникальный шанс попробовать выманить его, что я и сделал. Проблему надо решать в корне, а не до момента исчезновения симптомов, как говорит наш оппонент. Кстати, он не врач, по рассуждениям очень похоже. Помазал и все. Всем нахочется быстро. Но, как известно, быстро только сказка сказывается. Рассуждения Ивана мне напоминают страуса, который во время опасности прячет голову в песок. Если я ничего не вижу, то этого вроде как и нет. С таким подходом нам удачи точно не видать. Немного сумбурно, но как мог. С уважением, Эдуард. Я комментировать далее не буду. Вот оставлю это на ваш суд. Плюс, если кто хочет досконально разобраться, милости прошу стать спонсором и посмотреть спонсорскую подписку.